Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках саммита ОДКБ отказался от подписания проекта декларации Совета коллективной безопасности и проекта о совместных мерах по оказанию помощи его стране. Свой отказ он объяснил отсутствием у ОДКБ четкой политической оценки якобы существующей агрессии Азербайджана против территориальной целостности Армении. Пашинян отметил, что Ереван предлагал решением Совета коллективной безопасности ОДКБ ускорить проведение дипломатической работы с Баку, направленные на вывод азербайджанских войск на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года. И добавил, что отсутствие четкой политической оценки будет означать отказ ОДКБ от союзнических обязательств. Отметим, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков чуть позже заявил, что премьер Армении склонен трактовать как фиаско работу ОДКБ в урегулировании конфликта между Ереваном и Баку. При этом Песков добавил, что Армения, безусловно, останется в ОДКБ, несмотря на то, что не все удалось согласовать. Напомним, что в среду 23 ноября в столице Армении прошел саммит Организации договора о коллективной безопасности. В Ереване собрались лидеры стран-участниц организации.